19 сентября 2012 года. Вот. Сейчас едем на базу. И потом едем в Кольцово, в сервис. Будем менять поддон. Естественно, фильтра, масло там и так далее. Обслужим машину. Время 9 часов. Все на базе. Заводим. Будем телегу отцеплять. Поехали за маслом 60 литров ДБЛовского 15В40 по 3 рубля за канистру за 20 литров. Взял масло такое вот, 3 канистры ДБЛ, блядь, супер поди. 12М. После неудачного запуска упал на территорию Горного Алтая. Причиной аварии стало засорение шланга. Это часто случается на аварии. Монтировку взял, которую спиздили, блядь. Я знаю. Надеюсь, нормально у нас. Вот здесь. В трансоле брал. Все, расцепились. Поехали в сервис, Кольцо. Пиздец, блядь, поехал нахуй. А масло-то, блядь, кто нахуй будет везти? Машине оставил, блядь. Надо вырваться. Долбоёб, блядь. Так, все, масло забрал. Стоит. Погнали второй. Второй раз, давление 42-43 масла. После замены масла посмотрим, какое будет давление при этих же параметрах. Меняем на 15В40, а сейчас 10В30 залито. Ну, так вот, Эдик тут фильтра купил, блин. Поддончик. Красный. Я сушитель. Прокладка-то есть, да, вот она прокладочка. Масло, да, есть. Два масла. Двухлыжный, мадвиншина, да? Да, хранение, говорит, будет стоить. Но. Что тут написано, блядь? Детройт дизель, блядь. А где маденшина? Не вижу, блядь. Меня на Фредди корзину меняли. Нихуя не написано, блядь. Конечно, китайский. Маден Китай, да? Поднимаем. Вот еще тяги две, блядь. И тяги реактивные. Это фильтр антифриза, блядь.
Оно еще есть там. Ну да, что-то заехал, наверное, есть. Нет, у меня было такое, что без радиатора один приезжал, поедет радиатор. Москвич 40-й у него. Приезжай, Федорович, блядь, запаяем радиатор. Как нехуй делать, ты пока я как паяльник разогреваю, иди снимай его. Он повернулся, лампу зажигает, культур с радиатором стоит. Нихуя, Витя, ты как так быстро снял? Блядь, так он у меня в багажнике лежал. А проехал, ну, с километра где-то. Ну вот она, блядь, кусовое место, блядь. Вот надо обязательно, да, вот так вот сидеть, блядь, да? Не, чтобы поднять машину, да? Вот надо сесть вот так вот, блядь, а мы не любим, на корячках вот стоять, блядь. Мы не любим легких путей. Вот я вижу. Понимаете, у нас на вот такие машины, подстанавники, телеги всякие. Ну. Вот мы привыкли, блядь. Да, я понял. Ну, это высоко для вас уже, самые блядь. Два маленьких, блядь, нам прицепку дают низкорамники, блядь. Ну. Понял? Вот, блядь, те вот та бригада маленькая, у них, блядь, нормальные колеса, блядь, а у нас низкие рамы. Мы привыкли вот эти. Ты куда улетаешь? Еще дали одну футболку, просто едешь. Да. Че, блядь, откуда вода бежит, нахуй, а? Понял. Вот он, вот тут болтает. Ну все, давай, ладно. Это вода, наверное, та старая, которая в спальнике, блядь, стоит. Или со шкафа у меня там. Ну там, блядь, они все полные канистры. Как были полные, такие есть, блядь. Не, так откуда ты снизу? Ну так вот там сверху вон, хули, здесь-то я замазал, а там, видишь, дыра такая, блядь. Да? Я вот сегодня хотел, ну хули, сегодня вот когда закончат приехать, чтобы все сразу бак поставить и тут промазать. Получится, не получится. Все, поддон сняли. Что, наверное, ну, чтоб лежал на крайне, мало ли. А куда ты его засунешь сейчас? Тебе в багажник только есть? Вот в эту же коробку. В багажник не войдет. А как ты привез? На сиденье. А ну вот, а как ты засунешь? Здесь он тоже никуда не войдет, в масле весь. На ответ хранения оставить. Только, блядь. Че, все, да? Теперь дальше снимать на эту, блядь. Отстойник. Сборник. Сборник, блядь. Сборник. А если. А он. Если дождать, да? Идет, да? Я сейчас на маску выкупался, зазумкать, и все, нахуй. Тебя что-то капнуло на щеку, конкретно так. Масло в куле. Так, блядь, там... Сука, можно было... Да хули, я же тебе говорю, там, вот мне хватило нарезать, все. Блядь, вкладыши вы посмотрите, сука. Давление я замерил, потом снял. Давление, блядь. И сейчас с новым сколько давления будет. Вот так-то вроде чистенький двигатель. Двигатель чистый. Нет никаких этих отложений, блядь. Ну, с ним сзади так работали, я говорю. У них крюк, блядь. А пришел наш, да, еще это хуйня. Сардеповский старый, блядь. Раздавлена резина, это хуёво же. И они пытались выбить, блядь. Поршень, блядь, из гака нахуй. Резиновой киянкой. Я говорю, парни, вот они минут 15 галдили, они только балуют, понимаете. Нормально наш кулак. Все выйдет, блядь. Светочка, блядь, все чистенько. Никаких налетов, ничего нет. Все хорошо, все прекрасно. Он только из-под плиты, блядь, начинает бежать, все. Вот фильтра, где, блядь, стоят, сука.
А, блядь. Они с правой стороны. А у нас с правой, блядь. А что там снимал? А, ну вот и обувь снимал, блядь. Все чистенько. Русские, но башкиры, да? Резиночек не было, да, в комплекте? Да, ничего вообще не было в поддоне. Прокладка отдельно, да, шла? Прокладка отдельно, поддон голый. Пробок не было. Ни пробок, ни хуя вообще, вот они его вынесли. Это, наверное, какая-нибудь мадрингорная шина, блядь. В аулах, в кишлаках это, блядь. В консервных банках, нахуй, пластмасс, блядь. Плавят на костре, нахуй, да, блядь? Форму, блядь, наливают. Напильником потом обработали. Мы с тобой возили же, блядь. Ладно, поддоны пластмассовые. Металл, ебаный, в рот, привозят на дробилки, хуй. И то сверлят, блядь, вручную. Но... И напильниками обрабатывают, хуй. А ты говоришь о пластмассовом поддоне, хуй. Как банка из-под майонеза, так же. Блядь, ну сука, ну если ты такие поддоны, так почему они 15 стоят? Они, блядь, им цена нахуй 3 рубля. Ну, это получается, блядь. Ну и, а, это и им 3 рубля, да? А нам-то они 15, да, втирают, блядь. За доставку, да, а он же с Китая такой, на санках вез, на оленях, ёпта. Через читу, хули. В рюкзаке, блядь. Зима, говорит, была, почему не перешел, да? Ну. Ну, когда мы умыть будем? Никогда, наверное. Подожди еще, зима никуда не пришла. Не знаю, что ты возьмешь. Это вот Эдик херачит, блядь. Про Сильбану. На своем крузе, блядь. Небритый, как всегда, блядь. Мне когда побриться, а ты меня про компьютер спрашиваешь. Хайвей, блядь, магазин запчастей, резинка какая-то порвалась, крепление поддона. Я сомневаюсь, что мы там что-то найдем, но попытка не пытка. Че, не будешь уходить направо? А или где хайвей-то? А слева он, да, блин, нас? Ау. 35 рублей забрали, 400 тебе. На сдачу. Да. Нам только резинку надо было, полк не надо. Да не было их. Вези в магазин обратно. Брак, я не подошел. Да, поддончик. Заказал новый, хуй когда приведет он, блядь. Сейчас надо гаечку одну. На 8? Да. А что гаечка? На 8, да? Да, да. Из-за чего? Да, блядь, тебе подолго расставили. Вот эти трубки не прикрутили. Да, шпильки прихуярили, а туда болт. И не прикрутили вот эти трубки, они у тебя болтаются. Мы местами их поменяли. Ага. Как бы здесь она нахуй шпилька не нужна была. Они местами их перепутали. Поддон-то нам не меняли. Ну, башкири его здесь снимали, а когда варили, наверное, его здесь, что-то паяли же его, все лопнули. Ну. Да? Его на бок ложили. Его на бок ложили.